Profanța tuturor gazoanelor din orașul Chișinău este egală cu aproximativ 1700 de terenuri de fotbal. Îți închipui? Mult. Adică Moldova are terenuri de fotbal. Cu siguranță. Dar fotbaliști? Are Moldova? Da. Dar fotbaliști talentați? Cu asta mai rău. Oare următorul participant are talent? Dacă nu e fotbalist, da. Zdravstvuyte. Bună! А вы откуда приехали? Я из Кишинева. Из Кишинева. И чем вы занимаетесь? Учусь в школе, лицей Ломоносова. Меня зовут Плюта Павел. Мне 18 лет, я из Кишинева. Вот начал приходить в поле для того, чтобы развивать свой талант. Усиливать его вот здесь, в поле, потому что в другом месте, где-нибудь даже в квартире, это было бы очень не то. Скольким друзьям говорил, как бы не все, конечно же, воспринимают хорошо, но многие воспринимают так, как им я это преподношу. То есть некоторые даже со мной ходят иногда и видят красоту эту. Я пришел на Moldova Are Talent. Мне очень нравятся вот эти вот декорации, съемки. Как это все ведут, то есть общение с разными людьми, там новые знакомства, какое-то свое душевное спокойствие какое-то. Отовсюду здесь веет холодом, не потерянный, но заброшенный. Я один на один с городом среди подлости и предательства и суда на расправу скорого. Есть приятное обстоятельство. Я люблю тебя, это здорово. Это здорово. Это здорово. В царстве глупости и стяжательства среди гор барахла казенного есть особое обстоятельство. Я люблю тебя, я навеки даю обязательства, что не стану добычей ворона. Но есть особое обстоятельство. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Это здорово. Это здорово. Это здорово. Молодец. А кого Спасибо. Ты из певцов больше слушаешь всех? Николая Носкова. И копируешь его в один, да? Пытаюсь брать от него самые лучшие качества. А ты бери у себя качества. Стараюсь. Din punctul meu de vedere, ai потенциал, ai și imagine bună. Voce ai, trebuie doar să lucrezi asupra ei încă mult. Început a fost excelent. Doar că unele momente te-au dat de gol. Și totuși, care este verdictul? Spun un da. Mulțumesc. Ce spune Tania? Scurt? Da. Mulțumesc. Я бы тебе посоветовал заниматься пением, потому что у тебя есть вокал хороший.
Успехов тебе, я тоже, да, тебе. Спасибо большое. Спасибо.